И все эти вещи, конечно, выходят одна за другой. А если мы говорим о Mavi Global, конечно, мы тоже не сидим на месте, мы развиваемся, и мы однозначно знаем, что мы будем топовой сетевой компанией в мире. Именно поэтому мы хотим, чтобы в нашей команде было все больше и больше сильных игроков. Именно поэтому я сегодня с большим удовольствием хочу представить вам нового члена нашей команды, нового по продажам, человека с 36-летним опытом в сетевом маркетинге, лидера топ-уровня в индустрии. И действительно чемпионом в разных компаниях. И поэтому сейчас я хочу пригласить его на сцену. Итак, если вы хотите стать Apple, то вы должны в свои ряды привлекать тех профессионалов, которые уже строили Apple. И поэтому с большой гордостью и с большой радостью представляю вам нашего нового вице-президента. И действительно, более 6 месяцев у нас проходили разные интервью с разными людьми, потому что мы хотели выбрать лучшего из лучших, и этот момент пришел. И мы видим реакцию в чате, действительно, это шикарная новость. Итак, добро пожаловать на борт, приветствуем Филиппа Мозера. Итак, друзья, рад вас всех приветствовать, для меня огромная честь быть здесь, я благодарю все руководство компании. Он говорит о том, что в последнее время вы спрашивали, почему именно Mavi Global, зная, что у меня опыт с тем более 36 лет, почему выбрал именно эту компанию. И он говорит сейчас о том, что действительно много компаний делают предложения, но выбрать компанию именно в легальном поле с такими продуктами, это действительно был просто шанс, и, конечно же, я остановила свой выбор на Mavi Global. Не буду говорить, сколько мне лет, потому что вы можете сами посчитать, потому что опыт в сетевом маркетинге у меня уже более 36 лет. И я так рад за каждого из вас, что вы тоже находитесь в этой компании. И действительно, у нас было несколько месяцев переговоров, я изучала компанию, прежде чем я остановила свой выбор на этой компании. И я понимаю, что, наверное, ничего подобного в индустрии не было. И мне очень нравится руководство компании, которое действительно с вдохновением относится к каждому лидеру, потому что я, не видя вас пока никого, уже знаю практически каждого лидера в Мексике, в Европе, в Азии. И это просто отношение к лидерам, оно действительно, наверное, возможно, поставило в том числе ключевую точку. И я, конечно же, с удовольствием приняла предложение стать частью команды. И мы сделаем абсолютно революционные вещи в этой компании. Мы приготовим план выйти в топы за 90 дней. Это будет план, который можно будет легко дублицировать. И, соответственно, каждый из вас, даже тот человек, который пришел в компанию сегодня, за 90 дней, следуя определенному плану, сможет добиться любого результата. Соответственно, мы дадим такие инструменты, следуя которым ежедневно вы сможете добиться самых топовых результатов в этой компании. Все, что я поняла за свою карьеру 36 лет в сетевом маркетинге, то, что любой бизнес, который может дублицировать, приведет к успеху абсолютно любого лидера. Нельзя дублицировать индивидуальность, но можно дублицировать систему. Соответственно, мы дадим такую систему, такие инструменты дублицирования, которые вы сможете добиться абсолютно любого ранга в нашей компании.
И вы, у вас будет абсолютно четкие планы, что можно сделать в первый день, во второй, через неделю. Это будет четкая пошаговая инструкция, которую сможет повторить абсолютно каждый партнер. И также у нас есть план на 24-25 год. Это будет 2 года массивных международных мероприятий. Потому что мы прекрасно все понимаем, что именно мероприятия помогают строить бизнес на глобальном уровне. И это мы интегрируем в нашу систему как нечто постоянное. И мы хотим мероприятия на 10-15 тысяч человек. Мы точно знаем, что мы придем к этому. Итак, что же такое команда лидеров? Это те люди, которые с вами одного мировоззрения, с которыми у вас одни цели и задачи. Именно работая в такой синергии, мы все добьемся самых топовых результатов. И каждый из вас будет представлен на корпоративном уровне. Каждый партнер нашей компании, он уже изначально звезда, и у вас будет возможность проявить абсолютно все свои самые лучшие качества. Сейчас он говорит о том, что действительно очень нравится стратегия компании, потому что все руководство, оно не сидит в галстучках где-то в кабинете, все руководство находится в поле, то есть вы видите огромную череду мероприятий по всему миру, вы знаете, насколько руководство помогает каждой из ваших команд, и индивидуальные мероприятия и так далее, поэтому мы все в полях для того, чтобы помочь вам. Сейчас он говорит о том, что владеет 5 языками, говорит на испанском, на немецком, на французском, на английском, на итальянском, и говорит о том, что он сможет помочь каждой команде абсолютно, по сути, со всего мира. Итак, у нас, по сути, объединенная организация объединенных наций МАВИ, потому что мы уже представлены в 130 странах, и это просто замечательный такой глобальный результат за столь короткое время. И мы только начинаем, впереди у нас просто шикарное будущее. Еще раз благодарю всех партнеров, благодарю все руководство компании и очень рад быть в команде. Спасибо огромное. Майкл говорит о том, что для него большая честь поработать с таким человеком, как он. И действительно, команда Mavi с каждым днем становится сильнее и сильнее, и мы выбираем лучших. И я уверен, что мы очень многое вместе сделаем в 2024 году и в последующих годах. И, соответственно, если мы хотим достичь самых больших результатов, наша команда должна быть самой лучшей. Поэтому я очень рад, что в ней пребывают такие профессионалы. Итак, еще раз добро пожаловать в команду. Абсолютно на 100% разделяю все, что сказал. И могу тебя уверить, что это будет точно твоя последняя компания сетевая перед тем, как ты выйдешь на пенсию. После компании Mavi, безусловно, не будет другой компании, потому что мы самые лучшие.
И Майкл говорит о том, что внедряя все новые и новые инструменты в нашу систему, мы поможем абсолютно каждому из наших лидеров в России и добиваться лучших результатов в нашей компании. Итак, друзья, еще раз повторюсь, что 23-й год был год построения такой инфраструктуры, и сейчас мы действительно стартуем. 24-й год – это будет год старта. Global Star Club. Возможности безграничны.